Состязание роботов-гитаристов. Гитаристов. Я робот Вова. Я долбоёб. Я не следил за своей метлой в интернете и призывал поставить всех блогеров к стенке, а также готов был расстрелять их собственноручно. Теперь мне пришлось отвечать за свои поганые слова, согласно Уголовного кодекса РФ. Закончишь уборку? Не забудь обесточить центральный пульт. Сделаем. Ты чем-то недоволен? Еще я имел неосторожность угрожать жизни одному блогеру, которому теперь заплачу компенсацию за причиненный моральный вред. Это потрясающе! А еще, наконец-таки, я понял, что сам качаю гавах для питания архонтов, так как специально провоцирую негативные ситуации. И еще, я удаляю нафиг свой канал, потому что нарушил свою же чудо-присягу народу, о том, что не буду херней заниматься, а буду говорить только правду, но я, блять, ошибся. О, лух, царя небесного. Ну вот, наконец-то все закончится. И я смогу спокойно поиграть в шахматы. При моей впечатлительной натуре и тонкой электронной организации я должен был бы быть поэтом. А кто я? Я уборщик в институте времени. Никто меня не любит. Никому я не нужен. Вообще пора на пенсию. Напишу сегодня заявление, и пусть отправляет меня на отдых.